Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Я давно уже не играл в эту игру, поэтому продолжим. Что нам тут делать? Да, игра заметно подлагивает. К сожалению. Так. Что нам делать? И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь. Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейвс. Не суйся. Давай, давай! Уклоняйся! Гляньте, как он вертится! Просто... Как это сделать? Задай ему хорошую тряпку! Я хочу мои деньги! Да, не просто это сделать. Точнее, сразу срабатывает. Уделай этого хлыща! Да что за фигня? Я удерживаю, блядь, Е. О, заатаковать этого ублюдка можно. Угости-ка его в челюсть! Гляньте-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Ты сам-то за кого? На. Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Чё? Да я тебя не боюсь. Нет. И очень зря. Чувак, тебя предупреждали. Сдаетесь? Нет! Как тебе такой расклад? Неплохо. Ой, блядь. Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенвей. Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Окей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Новые сапоги были бы кстати, от души поддерживаю. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать?
С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Так. Поехали дальше. Вернуться. О, стоп, там что-то подслушать можно. Там вот как можно подслушать. Здравствуйте. Как думаете, нас ждет приятный рейс? Погода теперь тихая, хотя и в это время года случаются шторма. Но не волнуйтесь, это в худшем случае досада. Пираты да каперы, вот кто меня беспокоит. А вы с ними встречались? Да. Но провидение — крепкий корабль с отменной командой. Думаю, все будет в порядке. Это бы, короче, было поговорить. Проверь кормовые! Ого. Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. Благодарю вас. Так, а сзади какие-то сокровища? Или это играть? А, сыграть в игру? А я думал, что это какие-то сокровища. Не, играть я не хочу, ребят. Спасибо. Все это, конечно, мило, прикольно, но... Так, еще там один. Есть минутка? А, вы тоже из Лондона? Приятно видеть на борту людей нашего круга. Руперт Мартин, к вашим услугам. Хейтон Кеннелли, весьма рад. Кажется, мы вовремя покинули город. Да? Вы ничего не слышали об убийстве в опере? Нет. А что случилось? До сих пор толком не ясно. Я боюсь, не скоро что-либо прояснится. Мотивы известны? Точно не ограбление. Возможно, нарушение условий какой-либо сделки. Или же нечто более... более личное. Кто знает. Но я рад, что уезжаю. В этом городе становится все опаснее. Это мы в опере устроили резню. Если кто помнит.
Ого, день 28. Неплохо, неплохо. Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Молодец, как я дочу. Опять харчи урезал. Но припасов мало, нечего половать. У самого скользкий какой-то мало. Пока у нас галеты да солонина. Чё, одной драки тебе мало? Отвали. Говорят, вот еще можно поговорить. Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага. Оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут. Но последние пару раз нам пришлось туго. Да? Капитан стал экономить. Порцию урезал, жалование тоже. Груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Хм. Прямо обстановка, как в России. Где там еще вот этот чувак? Я тебе ничего не скажу! Танцую. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Наверное, с доктором. Тер, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может, кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажир. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. Ну хорошо. Так. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки. Не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Угу.
подсказки. Посмотрим подсказки, наверное. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Скользкий какой-то малый. И шляпа не снимает. Опять харчи урезал. Но припасов мало. Нечего половать. Вино, пока у нас галеты, солонина. Так. Вот как? Что ж, мы всегда знали, что он талантлив. Прекрасно, что ему удалось пробиться. Все плакали. Забавно. Да. Забавно. Окей. О, еще с кем-то можно потрещать. А ну-ка. Сейчас потрещим. Здорово, вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага. Оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но... Так это ж уже было, что за фигня? Скользкий какой-то малый. Тихо, вон он идет. Сделай вид, что работаешь. Опять харчи урезал. Но припасов мало, нечего половать. По самого-то ягнять надо вино. Пока у нас галеты да солонина. Так. Поговорил бы с ним кто. Милф пытался, капитан его выгнал. Значит, нужно их. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте... Эй, береги головы! Жесть. Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Да. Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж.
Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Да. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал, только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было, это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь! Я разберусь с парусом! Белеет парус одинокий. Так, а где второе? Репикасы! А я бегу, бегу, чувак, бегу! Не волнуйся, бегу, братюня, бегу! Бегу, как могу. Ой. Задрай люки! Да и спуститься, мать твою. Эй, там на корме! Навались! Блин. Аванты! Крепи тали! Нам нужна скорость! Отдать паруса! Хейтем, вы на фок-мачту! Крепи Джеймс, концы! На кросс-мачту, живо! Есть, сэр! Воу. А дальше сюда. Я не удержусь!
Вольска! Спасибо! Да, весело. День 72. Встретитесь с капитаном. Окей. Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Мистер Кенуэй! Да, чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. Новости! Служите под началом Эдварда Брэдека. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет. Я думал... Герцог Ньюкасл обещал подкрепление в ответ на иностранную угрозу! Ну, что именно? Кто одержит верх? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Здравствуйте, сэр! Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Проклятие! Как можно, сэр? Сюда.
Так, а у меня что, все низкого хоть стоит? Настройки-то глянуть. Остается только разрешение менять, да? И все. Да, печально. Ладно, сейчас попробую разрешение поменять, посмотрим, что, как изменится. Сейчас паузу сделаем.